Вам зачитывают права. У вас права на адвоката. А что я сделал? Объясни там. Не, у меня сейчас что еще выйдет? Что еще выйдет? Ладно, все, хорошо. Хотя бы, ну, то есть машину закрой. Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Татарстан была получена оперативная информация о причастности членов УПФ «Космонавтовский» города Казани к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и убийств по найму. С целью проверки данной информации совместно со Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Татарстан была создана следственная оперативная группа, в результате которой была установлена причастность лидеров и активных участников УПФ к совершению следующих преступлений. В ноябре 1999 года у дома 1 по улице Космонавтов города Казани один из активных участников данного УПФ, Космонавтовский, действовал согласованно с другими участниками преступления, по заказу и за денежное вознаграждение в сумме $5000 США совершил убийство бывшего лидера данного УПФ Потапова по кличке Романович путем нанесения ему огнестрельных ранений из пистолета ТТ. В ноябре 2000 года на территории речного вокзала города Казани лидер УПФ Космонавтовский, а также нанятый им лидер одного из УПФ города Новоульяновска, Ульяновской области, с использованием автомата Калашникова на почве давнего конфликта совершили нападение с целью убийства на индивидуального предпринимателя и его водителя. Была сильно расстреляна его машина, однако потерпевшим удалось скрыться от нападавших и остаться живыми. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 3 местных жителей, а также жителя города Москвы. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, таких как покушение на убийство 2 и более лиц, также убийство совершенно организованной группой по найму, а также в совершении мошенничества в особо крупном размере.